В Минске завершается крупнейшая бизнес-конференция, посвященная цифровой трансформации SAP Forum Минск 2019. Уже шестой раз вместе с нами собираются наши клиенты, партнеры, коллеги для того, чтобы обсудить все современные тренды и принять решение о том, каким же должно быть цифровое предприятие. В этом году к нам присоединилось более 670 участников. Я бы хотел отдельно поблагодарить наших клиентов, партнеров из России, Белоруссии и Грузии, которые помогли сделать этот форум по-настоящему насыщенным. Присоединяйтесь к SAP, и вы узнаете, как сделать бизнес действительно разумным.